Неудачно развернулся водитель Kia на улице Мира. Накануне, совершая маневр перед светофором, водитель иномарки не уступил дорогу встречной ладе. В результате Приора ударила Kia в правый бок и влетела в остановочный комплекс. В ДТП никто не пострадал, но, по мнению экспертов, маневр, который выполнил водитель иномарки, является грубейшим нарушением правил дорожного движения. На данном участке мы видим, как здесь находятся два остановочных комплекса, что с правой, что с левой стороны. И в этом случае правила трактуют однозначно, что разворот на данном участке просто запрещен. То есть разворачиваться запрещено в местах остановочного комплекса для маршрутных транспортных средств и на расстоянии 15 метров от знака, как по ходу движения, так и до знака. Вот. То есть в данном случае на участке разворот просто запрещен.